Твой сын полюбит меня. Точно. И вокруг никаких соседей? Дома на этой стороне еще покупают. Я еду в командировку. Во всем слушайся Ширин, хорошо? Она мне не мама. Как ты? Ты ведь в курсе, почему дома на вашей улице пустуют? Какой-то несчастный случай? Их было несколько. И все на этой улице. А мертвый человек может вернуться обратно? Нет, не может. Лукас, с кем ты разговариваешь? Мальчик на другой стороне улицы. Кто здесь? Он хочет со мной поиграть, но он боится существа. Это оно. Лукас, ты где? Лукас! Лукас, где-то здесь, я чувствую. Забудьте про него, уезжайте. Заклятие. Другая сторона.